Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с урбанистами ассоциации Q88 на сайте Берекилы-Бастама опубликовали проект создания 100-метровой поющей дамбры на набережной. Ключевая концепция проекта – новый яркий образ города. Создание запоминающегося универсального стиля парка, уникальное оформление малых архитектурных форм, мощение, зеленые насаждения. Вдохновением послужила дамбра – образ вечной музыки. Она становится центром звучания и является доминантой проекта. Это башня со смотровой эстакадой, у основания которой находится сцена, по форме напоминающая круг. Из центра кругами расходятся террасы для зрительских мест. Они как звуковые волны, как круги на воде. Закольцованный мост, переходящий из главной аллеи, проходящий над водой, сооружение, по форме напоминающее образ корабля, отправляющегося в путешествие. Место расположения тематического парка, посвященного музыке, выбрано не случайно. Территория расположена в одном из центральных районов города, что делает его привлекательным для туристов. Вблизи с парком находятся бизнес-центры, апарт-отели, гостиничные комплексы, филармонии и колледж искусств. Общая площадь участка составляет 3 гектара, длиной 210 метров и 140 метров в ширину. Участок представляет склон, разбитый на террасы, общий перепад высоты составляет 25 метров. Главная аллея переходит в смотровую эстакаду на высоте 25 метров от нижнего уровня. Набережная и нависает над морем.